Прямо сейчас в Красноярске выбирают самую лучшую невесту. Выходить будут 5 раз в разных свадебных платьях вот эти самые девушки. На прямой связи со студией наш корреспондент Владимир Еременко. Вова, где ты, что ты и кто вокруг тебя? Антон, все так. Мы в очень необычном месте и необычной обстановке, потому что здесь у нас целый конкурс. Между прочим, как говорите, российский? Всероссийский. Всероссийский конкурс, говорят, невест. Ты уникальная, да. У нас здесь есть заяц, с которым все обожают просто здесь знакомиться, фототься. И, конечно же, красивые девушки, с которыми мы сейчас пообщаемся. Я вам предлагаю в таком формате. Скажите, сначала, вы эти костюмы представляете как единственные или у вас их несколько? Несколько. Всех несколько. Вот давайте разделимся пополам. Допустим, с вами я буду вместе судить. Разойдем вот так по сторонам, давайте. И вот здесь, ну, заяц тоже будет нам помогать. Рассказывайте, у кого какие костюмы, так как вы не в них. Это секрет, да? Да, конечно. Вот, оказывается, это секрет. Ну, а стоимость — это секрет или нет? Секрет. Тоже секрет. Хорошо, тогда рассказывайте, что вы будете показывать и что вообще делать на этом конкурсе. Это секрет. Нет, на самом деле шучу. Мы, каждая девушка показывает себя со всех сторон, свои таланты, свою харизму. У нас разные выходы. Мы танцуем, даже блещем своим интеллектом. Хорошо. Какие таланты тогда, вот, например, у вас? Самые уникальные. А у вас? Тоже самые уникальные. Ну, все у нас уникальные здесь. Тогда давайте немного поговорим про еще вот ваше выступление. Это что? Это какие-то танцы? Это номер, может быть, какой-то? Что вы будете вообще показывать? Мюзиклы. Мюзиклы? Да. Это прям, то есть, с песнями будете петь и выступать? Танцевальная постановка, у каждого своя. То есть будет 3 танцевальных постановки. Также мы будем показывать дефиле в разных образах, так сказать. Ну, дефиле-то не секрет хотя? Конечно, нет. Дефиле будет в свадебных платьях. Мы же и сколько готовились, рассказывайте? Месяц. Готовились месяц упорно, трудились, репетировали, плакали, переживали. Но вот мы добились и покажем сегодня всем вам. Болейте за нас. Самое главное, вот вы все невесты или кто-то просто пришел в свадебном платье? Это секрет тоже? У нас есть и замужние девушки, и свободные девушки. И потенциальные невесты, и в принципе невесты. Кто потенциальная невеста, кто замужняя? Я потенциальная. Потенциальная. Замужняя. Вот, отлично. А у вас? Гражданский брак. Потенциальная. Вот, отлично. Видите, выбор тоже огромный, поэтому присматривайтесь. Я напоминаю, что это всероссийский конкурс невесты. Будем здесь показывать много интересного. На этом у меня все. Антон, тебе слово.